Если ты любишь Чикенган, то подпишись на мой канал, поставь лайк и нажми на колокольчик. Этого просто не может быть, но реально у меня появилась кнопочка обновить, и я уже обновляю Чикенган. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и вы попали на мое новенькое видео по игре Чикенган. Ну а перед началом ролика хотелось бы попросить тебя подписаться на мой телеграм-канал по ссылочке в описании или же в закрепленном комментарии. Ну и вы просто, ребята, не поверите, но у меня реально вышло новое обновление 3.1.02. Ну как вы знаете, это уже не такое прям новое обновление. 4 дня назад я записывал про это обновление ролик, но у меня, к сожалению, этой обновы не было, только у некоторых людей вышла эта обнова, но теперь, ребятки, у меня тоже вышла эта обнова, и я могу ее протестировать. Если честно, я ничего интересного тут не заметил. Скорее всего, наверное, какие-нибудь баги исправили вот на этой карте, скорее всего, потому что тут на самом деле было очень много недочетов, но теперь вроде более-менее так стало получше, я так думаю. Ну и еще, как многие говорят, ребятки, исправили баг с бесплатным оружием. Короче, нельзя теперь покупать бесплатно оружие. Короче, вот так вот. Ну а сейчас смотри видос, который высвечивается у тебя на экране. Он просто реально очень годный. Просто посмотри его и оцени. Ну а с вами был, как всегда, я, Ананасик. Всем удачи и всем пока-пока.